Четверых обвиняемых задержали сотрудники региональных управлений Следственного комитета и МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии. Предварительно в феврале 2023 года злоумышленники похитили жителя Ульяновска. На территории Заволжского района областного центра четверо жителей города Ульяновска под надуманным предлогом похитили местного жителя, посадив его в автомобиль и удерживали с целью получения выкупа. За освобождение злоумышленники требовали 250 тысяч рублей. В заложниках ульяновцы продержали несколько часов, а после того, как родственники перевели деньги, отпустили. Сразу обращаться в полицию потерпевшие, видимо, побоялись. Узнали о происшествии сотрудники правоохранительных органов по счастливой случайности в ходе работы. После чего сами обратились к потерпевшим, собрали информацию и возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека» и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двоим – домашний арест. В настоящее время следственные действия продолжаются. В соответствии с законодательством Российской Федерации, похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Юлия Руднева, Управда ТВ.